Друзья, всем привет! Меня зовут Валерия Резниченко, и это «Отвечай или беги». Мы продолжаем ловить губкинцев и задавать им разные каверзные вопросы из школьной программы и не только, а они продолжают отвечать нам и получать классные подарки от нашего спонсора, организаторов интеллектуальной игры «Мозгобойня». Ну что, поехали? Продолжите фразу «Усы, лапы и хвост – вот мои». Конечности. Вот это поворот! Из мультика «Простоквашино». Давно уже мультики не смотрел. Там, когда Печкин принес посылку и не отдавал им посылку без... Комплименты? Нет. Ну, не знаю. Короче, он что-то попросил у них. Документы. Да. Вот мои документы. Документы, правильно, отлично. Документы. Документы, правильно, документы. Документы. Документы, правильно. А документ? Да. Ну, давай, это уже с подсказкой, неправда. Ну, ничего страшного. Усы, лапы и хвост! Ну вот мои документы! Кто может поднять и передвинуть коня и слона? Муравей. Ну они сильные, но не до такой степени. Баба? Ну конечно, сильные женщины, но нет. Не настолько, да? Не настолько. Какие-то интересные вопросы. Вот где встречаются конь и слон в одном месте? И вот что их можно поставить, поднять, передвинуть? В легкоатлетике? Бодибилдинг или еще что-то. Ну, силовой, умственный. Шахматы. Да, правильно, отлично. Вы пока первая, кто ответил очень быстро и правильно вопрос. Шахматы? Да. Да, шахматы, конь же. А, и слон, и конь. Тут ты, елки. Конь и слон где встречаются? Вот так. В шахматах. Шахматист. Шахматист. Да. На шахматной доске. Шахматы. Шахматы. Какой каверзный-то вопрос, хитрый. Да. Четвертая по счету планета от Солнца. Блять, не скажу. Сатурн? Нет. Солнечная система, мы в ней находимся. Вот после нас какая планета? Земля же третья? Ну, и вот после нас кто идет? Марс. Марс, правильно. Земля. Земля и Марс. И Марс. Земля. Получается, какая? Четвертая. Четвертая. Там идет Меркурий, Венера, Земля и... И Марс. Марс, правильно, да, четвертая планета, правильно. Четвертая планета от Солнца, как называется? Марс. Марс, правильно. И вообще, это первый человек, который прям быстро ответит, да. Марс. Марс, отлично. Читали «Преступление и наказание»? Тоже давно, да? Сколько, помните, Раскольников там такой был в «Преступлении и наказании»? Вот сколько человек фактически он убил? Одну старушку он убил. И еще? Два. Два, правильно. Старуху-процентщицу и ее сестру. Сестру. Правильно, отлично. Ее сестру. Сестру. Двоих. Двоих, да. Двоих, да. Женщину, да. И мужчину, по-моему. Нет. Еще одну женщину. А, ну да, сестру. А, ну, двоих тогда было, да, две женщины. Ну, давайте наугад, сколько вот ее точно и сколько еще? Один, два, три человека. Ну, три. Ну, три, да. А ваша версия? Три. Ну, два. Два. Да. Вторую процентщицу и ее сестру. 90% бегунов такие, поэтому на соревнованиях принято бегать против часовой стрелки. Вот какие бегуны? Что такие такие? Еще. Вот какие такие они? Волшебные. Ты же у нас бегунья, почему против часовой стрелки? Это с подвохом, да? Намного проще, чем вы думаете. Да, я, да. Может быть. Ну, наверное... Вот с руками. Есть рука левая, правая, и вот 90% бегунов, кого больше? Правшей. Правшей, правильно. Левша? Правша? Правшей, да, правшей, правильно, отлично. Ну, думаю, что правша. Да, правильно. 90, вот, представляете, правши, ну, да, поэтому согласен против с вами. Часовой. Левша, поэтому левша это для спорта, это редкость. Да. Отлично. Согласен с вами. У нас на этом все, а вам мы дарим классный подарочек. Я не заработал, если честно. Вы уже заработали тем, что остановились. Сертификат по традиции на двоих человек бесплатное посещение игры «Мозгобойня». Мы вам дарим сертификат. Сертификат можете с кем-то сходить, коллегам отдать, друзьям, вот или сами. Это сертификат, у нас есть интеллектуальная игра «Мозгобойня». И вы у нас ответили очень классно на три вопроса из пяти. Мы вам дарим вот такую вот бутылку, я так поняла, вы у нас спортсменка. Вот как раз бутылка вам от нашего спонсора. Спасибо вам большое. Спасибо. И дарим вам блокнот. Даже настолько? Да.
такую вот кружку от нашего спонсора «Мозгобойня». И дарим вам от нашего спонсора спасибо. Кружку «Мозгобойня». Все, спасибо большое. На сегодня все. Вам понравилось? Надеюсь, что очень. И рубрика вам показалась познавательной и интересной. Увидимся совсем скоро. Валерия Резниченко, Денис Вельков. Новости Губкинского.